Анонс и точень дата выхода с 13 по 16 серию нового сериала «Доктор Надежда». С 13 по 16 серию сериала будут выходить на телеканале «Домашний» 18 ноября. В новых сериях мы увидим, как сюжетная линия будет сосредоточена на персоне новенькой, гениального хирурга Надежды Павловой. Женщина с первых же дней работы докажет свой профессионализм. Но на личном фронте у нее нет любимого человека и даже просто друга. Много лет назад Наде пришлось отказаться от собственного малыша. Его забрали приемные родители, а Павлова после этого горько жалела о своем поступке. Спустя годы она все еще не может забыть о случившемся, поэтому не может заводить романы. Однако со временем Грине все же удается справиться с волнением. Она сможет попросить прощения у взрослой уже дочери и отыщет свою вторую половинку. Напомним, с 13 по 16 серию сериала будут выходить на телеканале «Домашний» 18 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.